ваши руки же. Только в руку надо вложить. На боковой стороне завязываю, да, где у нас шина. Теперь я фиксирую. И золото, и бриллианты, и поморги. Пик поморги. Ты знаете, не запил вопрос. Бриллианты давай. Чего? Еще одну давайте посмотрим. Да я. У вас может быть, что два перелома вы будете фиксировать. Мне сказали, 10 косынок нужно иметь минимум на одного. На одну укладку. Может быть так, что вам придется фиксировать. Ну, одежду же можно резать, одежду. Можно. Ну, я имею в виду, что у вас, может быть, надо и ту руку снова тоже делать. Ну, соседки тоже так, можно резать одежду. Нет. Нет. И теперь что? Подвязать. Еще одну косынку. Идите, то есть самое главное, что плечевой пояс выключаете полностью, да? От вот этого. А как подручными? Слушай, ты обе руки сломал. Как подручными? Смотри, у тебя как будет дощечка убирать? Полностью здесь, и дощечка будет что? Вот здесь. А вот. Ну вот здесь тогда у вас не будет, если вам вот экстремальные какие-то ситуации, да, тогда вы только... У нас только такие. Да. То есть вы тогда можете с двух сторон, например, там да, дощечки? Палку, там дощечки, да, дощечки. Да, дощечки. Надо уметь. Если это шея, то дерево можно не переломать. Смотри, что он делает. Вот послушайте. Давай помашем ему. Мы вам даем принципы. Принцип поняли как, да? Вам надо полностью выключить из движения вот эту часть тела, чтобы мышцы, которые крепятся таким образом у нас, не что смещали костные обломки. А иначе может быть, что кровотечение или травматический шок, да, боль усилится. Поэтому, чтобы это сделать, вы уже придумываете, кто чем может. Из пенки делают, друзья. Пенку обрезают, сгибают, да, и делают очень хорошую пеночку.